Продолжают цвести орхидеи в мае. Вот немного тут нацвело новенького. И вот я хочу показать, что цветет на май, на середину мая. Так, начнем. Здесь продолжает цвести дендробиум золотистый. Осталась одна веточка у него. Одна уже веточка отцвела, к сожалению. Процвела она где-то, ну, чуть больше 2 недель. Этот еще держится. Думаю, еще недельку продержится цветение. Далее вот такой фаленопсис у меня полностью распустился. Сорт, к сожалению, я не знаю. Но очень похожие такие есть сорта. Тоже вот такой вот красавец. Так, далее вот такой у меня фаленопсис распускается. Потом более подробно о нем я отдельное видео сниму. Вот такие вот красивые волнистые края. Вот только-только начинает распускаться. Тоже красивый такой сорт. Метеосан. Восковичок продолжает радовать. Далее. Фаленопсис горячий поцелуй. Хоткис. Тоже буквально один бутончик остался. Почти что весь расцвел. Такая вот у него гроздь на две стороны. Красивый, конечно, сорт. Цветет тоже часто. Хороший сорт. Далее здесь продолжает сапфир распускаться, фаленопсис. Вот если посмотреть по размеру, какие цветочки у сапфира и у обычного фаленопсиса. Разница, конечно, колоссальная. Далее здесь психопсис у меня цветет, распустился опять очередной раз. Вот такой вот. Далее вот этот мой любимый глянцевый аметистовый цвет. Фаленопсис Сан Пульхра. Тоже очень красивый. Эпидендрум начинает распускаться. Такие вот желтые цветочки. Красивенькие. Вот этот с тремя почему-то листиками. Можно желание загадывать. Вот такие вот листочки у него, цветочки. Далее вот такой фаленопсис. Тоже восковой красавец. Здесь тоже притаился у меня дендробиум. Конечно, бутончики тут у меня. Скоро тоже будет цветение. Здесь. Здесь. Скоро дендробиум отпустил. Бутончик. Тоже будет цветение. Ну, в общем-то, все. Все, что я хотела показать. Видео у меня коротенькие. Можно не перелистывать. Вот такой вот красивый подоконничек.